Через час с небольшим в Минске должно начаться заседание рабочих подгрупп по урегулированию украинского кризиса, а ближе к вечеру непосредственно контактные группы. Предстоит обсудить итоги парижских переговоров лидеров нормандской четверки и условия реализации достигнутых договоренностей. Прежде всего, речь о комплексном выполнении политических пунктов. Необходимо устранить противоречия по срокам проведения выборов в районах Донбасса, не подконтрольных Киеву. Данный вопрос напрямую связан с принятием специального закона об особом статусе этих территорий. Добавлю, последняя встреча контактных группы неделю назад оказалась наиболее продуктивной за долгое время. Было парафировано соглашение об отводе вооружений калибром до 100 мм. Наблюдатели ОБСЕ уже подтвердили, что процесс начался. Так, в последнем отчете зафиксирован вывоз 30 основных боевых танков ЛНР из 3 районов вдоль линии разграничения. Что касается украинской армии, то на данный момент командование ознакомило миссию с деталями маршрута для вывода танков.